На высокой патриотической ноте прошел и вечерний концерт в сердце столицы, на площади Победы. У подножия легендарного монумента состоялось музыкальное представление «Память поколений». Прямую трансляцию вел телеканал «Беларусь-1». Вспомнили всех, кто, не жалея себя, освобождал Беларусь. О самом народном концерте под открытым небом репортаж Нины Мажейко. Их небо мирное, и дни проходят в заботах о школьном расписании, уроках. У них есть время на увлечение. Самое главное им подарили. Детство и юность – вот эти люди. Настоящие герои своего и нашего времени. Мордовия, город Рузаевка. Дедушка воевал, заведовал обороной города в свое время. И не очень любил вспоминать. Он, так и настоящий фронтовик. Да, он всегда говорил: внученьки, вам лучше этого не знать. Такая история найдется практически в каждом семейном музее потомков тех, кто освобождал многонациональную огромную страну. Это главные скрепы, то, что объединяет зрителей и артистов. В этот день есть повод рассказывать об очень личном, о том, что хранят под сердцем. Мой дедушка тоже служил на войне. Он погиб в первые дни, и вот прямо 41-м годом датируется открытка. В июне месяце он первую послал бабушке, которая начиналась словами «Здравствуй, любовь», так звали бабушку. И мы всю жизнь храним эту открытку и храним эту любовь. Расскажет о дедушке, шофере, который прошел всю войну, и главный дирижер президентского оркестра Беларуси. На концертах 9 мая они в центре нотного стана. У подножия обелиска в полном составе. Музыканты – камертон праздника. Сопровождают важнейшие церемонии. А этот концерт особенный. Именно только советский солдат освободил все мировое сообщество от страшной фашистской коричневой чумы. Мы склоняем голову перед памятью погибших, наших ветеранов, тех людей, кто в неимоверно жутких условиях добывал великую победу. Мы сегодня говорим слова благодарности ныне живущим ветеранам, людям, чей пример для всех нас является основополагающим. К этой программе с особым трепетом готовится за год «Круг жизни» как самая любимая пластинка. Она же и символ вечера. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Песни войны, сдобренные рассказами очевидцев спустя 77 лет, резонируют в область сердца даже самых маленьких участников. Что уж говорить о взрослых. Немцы наступали, где искать семью, я не знал. Открою маленький секрет. Дело в том, что я родился 9 мая. Но так как мой отец прошел всю войну, много имеет медалей, он меня записал 10 мая. Потому что он мне сказал, 9 – это мой праздник, а 10 – это будет твой день рождения, память осталась. И поэтому, конечно, я не могу к этому относиться как-то иначе. И для меня это, конечно, большая честь. Крепко связаны дружбой старой, принимали грозные бои. Все прошли через трансформацию. Музыкальные коллективы, танцоры и солисты перевоплотились и внешне, и внутренне. В образы роковых-сороковых. Но с одним условием. Чтобы не повторилось этого, да? Поэтому мы и помним. Когда я был маленький, нас пионерами водили к ветеранам. И они нам рассказывали истории. И эти истории не только до ужаса, да, иногда были, но и вдохновляли на лучшее. Песнь будет всегда 100%. А если песнь будет, значит, будет и история. Благодаря такому театральному концерту, как никогда, ты погружаешься в то время и начинаешь ценить еще больше тот героизм и все то, что сделали наши предки для нашего мирного неба над головой. На сцене и в партере представители всех поколений. Такие разные и все же вместе. Едины в самом главном. Нужно помнить и не забывать. Беречь и не стирать. Любить и оберегать самое ценное, что у нас есть – память поколений. Это самый главный праздник в мире. Без этого праздника не было бы никаких других праздников. Не было бы нас, не было бы вас, не было вообще нашего поколения. Это праздник с сединою на лицах. Это праздник.
1942 года был опубликован акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Минск в ту ночь спал, но буквально через несколько минут ночная тишина разразилась залпами. Спустя 77 лет мы, наследники победителей, также широко празднуем победу. Нашу победу, которую у нас не отнять. Нина Мажейко, Анзор Тужаев и Александр Могучий. Агентство теленовостей.